девочка. Да, моя. Вместо уроков они с ЛП сидят в шкафу. Снова говорю, пап. Привет. Пока. Сокрыто. Кошмар. Кошмар — это когда они стишки рассказывают. И днем, и ночью. Кот ученый. Тебе дома? Капец. Они на днях на сценке выступали. Давайте позовем Снежка. Снежок! Снежок не в состоянии сейчас. Снега не будет. Подпевался он сейчас. Опозорили нормально. А я думаю, чего в этом году снега-то нету, а? Он просто подпевал. А в класс они не заходят, а заезжают.